А что, где у меня здесь будет игра или тут? Запускай. Ну что, малютки, свершилось величайшее чудо. Мастер игры и магистр фифы Дмитрий Егоров готовится побеждать всех. Благодаря Артему Венгеру и всем броукам я выучил, какие кнопки что означают. И сейчас я буду называть вам свой состав. Играю я против фифера Фейслесса, у которого контента с фифой больше, чем постов в телеге броуков. Но ничего ему не светит хорошего. Почему вот Артем Венгер помогал мне собирать этот состав? Почему у меня вот этот вратарь не супер карточка, а какой-то просто золотой? А там нет сильнее. Да там нету сильнее. Это его лучшая карточка. Это и так. Ты скажи, почему? У тебя стилинг играет, я молчал. Да, вот это. Радуйся, что так можно, по регламенту можно, да. Ну так-то мне не нравится, он дрищ какой-то. Еще и в кепке, блядь, он в кепке будет играть. Куда он бежит? 95, у меня у Форда 93 скорость, это нулевая скорость. Есть тут побыстрее у меня ЦФД, Грилиш 95? А зачем мне этот? Объясни мне. Да выпустишь потом замены Грилиша. Да вот Соснова у меня будет играть. Ладно. Вот этот ПП, он тоже у него 93, это хрень, а не скорость. Есть кто побыстрее? Зинченко нападение. Да. Да, Зинченко обязательно у меня сыграет. Пожалуйста, не трогай состав, он нормальный, я все настроил. А что, Бернардо Сильва слабее Фодена? Да ты заеб. А, вот, его есть у Фейслиса состав. Ну, у него пацаны, порядок, надолго все. Ролик, не переживайте. Ладно, я начинаю игру. А что мне надо нажать? А где Лиса? Она спит уже. Лиса. А что, Бернардо Сильва слабее Фодена? Да, у Фернандини жесткая карточка. Так, пацаны, давайте так. Я сейчас задаю Райзену понятный вопрос. Да. 10 плюс 10. 20. За победу. 10 за приезд. Да. Ты чё? У нас таких нет. У нас нет таких, Димон. Димон свои деньги украсть хочет. Так российский футбол изгнил. Сами себя воруют. Ладно, давай. Играю. Так, а у Фейслс там есть приятель? Он кинет вообще инвайт в этом году. Дай позвоним ему. Тихо-тихо. Алло, привет. А, кидаешь, да? Здорово, Захар. Проиграй в первом туре, потом все равно выиграешь. Будь человеком. 10 плюс 10 тебе дает. Диман, да, играет 10 плюс 10. Да. Все, не хочу вас слушать. Да, Захар, а че? Захар, 20 тысяч рублей. У него голос не знаешь какой-то. А, вижу, ты же дизель. Я вообще скину, разъебываю его. Вообще. Разъебываю его. Дай ему, бери шансик под стол. Да, залазь. Надо было сказать, что на лесу играем, но она же не вещь, правильно, как она говорит? Да. Сейчас тебе феминистки всей России уже, блин. Хотя, что тебе хоронить, ты на Матч ТВ, блин, с утра в эфирах сидишь. Тебе уже ничего не страшно. Ладно. Подожди, просто включи на громкую. Вся камера перегрелась. Да ничего страшного. Записали. О! О, дошло! Ты? Так, сейчас смотрю. Да. Ты? Интер. Точно? Интер. Удачи вам проиграть, ребята. Ага, сейчас я тебе. Если что, джойстик возьму, блин, Захар, я тебе устрою. Да он все время сбрасывает, блядь. Это ты лучше его играешь? Ну, надеюсь. Так, да, на какие кнопки, все, блядь, надо нажимать? А ну какие так, ты уме... А сделайте так, что типа джойстик Все, Лиса, тише, все, давай, Дима, настройся, поехал. Давай, контрпрессинг пошел. Ой, бля, началась дрочка. Это вот на L1. Спокойно, просто не бросайся, не бросайся. Да куда не бросайся? А, ну он это, крутит, вертит. Пусть танцует, пусть танцует. Пусть танцует. А, ну у него финты, да, все на финтах. Не бросайся, зато. Дим, мы от контратак играем. Да, все. Нашмяк! Захавал его. Опа! Контроль. Как Антон Соснин тренировал. Оп. Вози. Контроль. Бля. Фан. Да не ори ему на ухо, что ты делаешь? Куда? А куда? Я хороший пас отдавал, бля. Разрез. Все, вот сейчас наш мяч. Через передачу. Бля, вы меня сглазили. Тише. Давай тишину словим. Давай тишину словим на молчанке. Да какую тишину? У меня футболисты не хотят в футбол играть, бля. Играется. Сейчас доиграется, не переживай. Он пенку хочет, он не хотите. Это вил фейк-бербатов? Фейк-бербатов. Что? Он задрот, сука, Фейслис. Тебя люди в комментах убьют, Фейслис. Почему он делает фейк? Ну, короче, такие задротские финты делают. Там надо 4 кнопки будет зажать грамм. Да? А у меня почему-то футболисты не играют. Конечно, 4 кнопки зажать, еще надо какие руки иметь. А давай. Вот. О! Вот Стерлин, а ты говорил, не бежит, смотри. А Стерлин?
Хорош! Удар есть! Первый момент! О, должен забивать сейчас, через себя, да? Ой! Бей! Давай! Бейте, бейтесь, мужики! Наверное, нормально. Блин, повезло. Не, ну мы прессингуем так-то. А как с этими финтами бороться сложно, да? Ну да, надо на контроле типа держаться. Попробуй, да, на контроле, на L2, на L2 просеивать. Опа! Такой, конечно, фейсли задер, понял? Вот на Верочку разыгрывать, на Верочку. А мы через пасик все играем. Он свой построен. Оп! Ну и! Посмотри, какую ты атаку у меня два. Хорош. Сука, ему сейчас очень повезло. Не, вот этот чувак, он играет чисто фифой, а Дима берет футболом. Да. Рэп, блять. Бля, рэп. Сейчас нахуй вкачу с него, блять. А нет. Ну он одно и то же, он бежит на фланг, ну, да. Потом пас штрафной будет. Так постоянно. А, ну сейчас вот туда отдал пас на нахуй. Сука. Ну куда ты отдал? Поборец зашел. Ай-яй-яй, пятница назад. Да если б не этот гол первый. Да, вот, верно. Давай. Вот одну тут сделаем. Сейчас жесткий пас в центр выдал. Фейталити. Косой. Че, красная? Это красная. Не, не красная. Не красная, он убил просто человека в штрафную. Угадаешь. Угадай, Дим. Сам. Угадаешь. Почему он не взял, блин? Да у него даже тут. Да это нечестная игра, блин. Да. Так, где там наша эта тики-така пошла? Раз, пасик сюда. Сюда. Все, в центр открылся. Не, не открылся. Вот, открылся в центр. Сюда. Отдал. Он сам бежит. Отдал. Еще вернул. Да. Ой, хорошо! Хорошая была, блядь. Вот это я. Вот это футбол, блядь. Играй в своем стиле. Вози его. Нам кинты не нужны. Не нужны нам они. Посмотреть. За эмблему бьемся. Он его за панинку не показал. Сейчас до выпендрить. Знаешь, это игра такая. Ты тут можешь выиграть 3-0, потом что-то выиграть не так на втором. Здесь ты играешь не с задротом, да? Да. Хорош. Миш. Нервничает такое. Ну как, блядь, сквозь? Да пусть бьет, бьет. Так, оп, а мы сюда. Хорошо, все спокойно. Это тики-така, тихо. Блядь, уёбок, блядь, не было, сука, мразь, блядь. Где сайт, он с разной бежал уже. Сука, МФЛ продолжается, да, сука. Сейчас ролик сделаем, Диман, еще раз разоблачение. Хорошо. Блядь, умеет. Да, посмотри. Спокойно. Ай, блядь! Просто, ну все, первый. Ну может ты свистнешь, хуила ебаная, блядь. Ебана нет разницы, что на футбольном поле к решению, что на таком поле укидывать. Так, надо, знаешь что, надо перестроиться по 4-2-3-1 попробовать поиграть. Сделай. Да не, нормально играет. Сейчас я поменяю, блядь. Жесса его пускай вместо Грилиш. Да почему Грилиш забил, блядь? Я бы вместо фото на силу. Он левша, да? Да. Вот так сделай. Бля, красавица. Голова. Все умеет. Человек как бы футбольный. Футбольный, да? Футбольный. Так, наш мяч, да? Конечно, вот, все. Ну поехали. Спокойно. Да не туда я даю, ёб твою мать, блядь! Почему мой интеллект намного выше, чем интеллект долбоёбов в этой игре, блядь? Ну, Дима, видишь. У тебя так сетки было со временем прыгать. А у него всегда, когда микрофон включается на телефоне плюс 20 децибел прибавляется сразу. Хорошо! Чисто, рэп! Ну куда уже? Ты же просто бежал, блядь. А что я плохого делал, блядь? Стенка прыгает только. Что, ставит мне этот человек? Выбегай на мяч, он сейчас разыгрывать будет. Не будет разыгрывать, прыгает. Бля, ебать. Сука, берешь ударит, блядь. Блядь, у него каждый удар гол, блядь. Как мало, знаешь, как, а ты знаешь, как прыгать? На игру. Куда? На игре. Он прыгал на треугольник. Прыгал, да. Да, все знает этот человек. Диман, самое главное, матч зрелищный. Голы есть. Дима самый жесткий пессимист. Ну, бля, он играет вот это вот, блядь, танцует, нахуй, не футбол, блядь, а хуйня. Эти финты, блядь. Вот бы забросик, да, метров на 60 на рыбке. Хорошо. На автоблоке, блядь. Что ты нашего-то душишь, что ты, пусть у него будут. Я не него, я игру душу. Сука, ну сложно против, ну видишь, он так... Чего опять-то, ёб твою мать, блядь! Это старое. Это старое, отложенный фол. Нет, это... А, нет, это новая пенка. А за что? За вообще ничего не было. Что было-то? Давайте эфиру скажем, что Фэслиси дисквалифицировали, ему игра, блин, завозит. Вытащил.
А че он не прыгает, блядь? Правый вот это. А, да? Сейчас налево же. Он бы в пор зажал. Два раза мог вытащить пенку уже, получается. А, в натуре он уже знал, куда тот и в этот. Сука. А за что пенка-то была? Я вообще так и не понял. Давай скажем переиграть, блядь. Де Бруйне с ударом, кстати. А Тигеев с духом, блядь. Блин, ну мерзко играть, честно, я подгорал бы ему, что это очень неприятно. Не завет. И видно, что... Ага, все, нам уже везет. Видно, что понял задор, блин, вот эти вот все отмены, блин, эластика и прочее. Фейслис, ну бог накажет, мог бы проиграть на первом, ты же все равно потом выиграешь. Да не, на самом деле, там, блядь, первый гол я сам привез, два пенальти левых, блядь, ну особенно второй. Второй, тип весь год фифу снимает тоже. Да. Не-не-не, сейчас. Не забьет, не забьет. Да забьет, он забьет. Какой тип, посмотри, и добивает, и бьет. Не издалека, ни какие-нибудь финтюшки. Фэсис, ну ты, конечно, даешь, блин. Да, издалека красивую какую-нибудь. Пацаны, все в порядке, сейчас главное забить гол. Ладно, надо сказать о том, что главное не победа, а участие, судя по всему, поэтому. Вот ты чё, Фестис, издеваешься? Ты зачем вот просто дефолтные одинаковые голы забиваешь? Ну хоть удар-то издалека ради приличия-то. А ему дает что-нибудь разницы? Нет, не дает. Нет, тут только вот победа. Поражение или победа. Да, ну ладно. Фестис, хана твоим комментариям. Нормальный счет, 1-7, блядь. Сборная России тоже когда-то Португалия въебалась 7-1, а потом поехала на чемпионат мира с Георгием Ярцевым, блядь. Ну слушай, ты один вот, блядь. А мы на МКС видел? Поедем. А мы на МКС. А мы поедем на МКС, блядь. Я еще разъебу всех, блядь, в эту игру. Два дня потренируюсь, блядь, и пизда всем. Поняли вы, блядь? Ну ты один гол за дрот забил. Пока. Пока. 1-7, пока. Сука, песни с хана твоим комментариям. Пишите ему, что он как душнило играет. Блин. Вы скажите, что вы когда смотрите его ролик, почти задыхаетесь. Я открою форточку хотя бы. Тихо, не выключай запись. Захар. А чё так мало воздуха, Захар? Душный ты какой-то. Душный? В смысле? Я атаковал всю игру. А ты можешь атаковать не через фланг и передачу внутрь штрафной, как-нибудь издалека ударить, что-нибудь новенькое? Я штрафной забью. А, то есть штрафной-то у тебя удар издалека. И две пенки левые. Судью зачем купил? А судью зачем за вторым купил? Пенальти. Самарский. Короче, Фэсис, хана твоим комментариям. Армия идет. Жди броуков. Мы стучимся в твои комментарии, Фэсис. ГГ тебе. Давай. Идет. Рад всем броукам. Все. Давай. Пока. Спасибо за игру. Встретимся в финале. Спасибо за игру. Давай.